Государственные награды вручены 78 сотрудникам органов внутренних дел Гродненщины. Торжественная церемония прошла в областном центре возле знакового места – Вечного огня памятника советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Должен сказать, что каждый из сотрудников, который сегодня получает заслуженную государственную награду, долго шел к этой награде. И наша главная задача выполнена в настоящее время. Это мир и порядок в нашей стране. Это защита наших граждан, их имущества от любых противоправных посягательств. Я убежден, что милиция Гродненщины с честью выполняет и будет выполнять поставленные задачи. Среди награжденных – сотрудники различных подразделений органов внутренних дел всех районов Приеманья. Ежедневно они несут службу и стоят на страже правопорядка. Ведут борьбу с преступностью, следят за ситуацией на дорогах и безопасностью. За образцовое исполнение обязанностей и высокое профессиональное мастерство они были удостоены высоких государственных наград. Медалей за безупречную службу разной степени, за спасенную жизнь и за отличие в охране общественного порядка. Среди награжденных были представители Лидского отдела внутренних дел. Медали за безупречную службу вручены заместителю начальника Лидского РУВД, начальнику криминальной милиции Алексею Качану и старшему инспектору отдела ГАИ Павлу Кирильчуку. Очень приятно участвовать в данном мероприятии. Конечно, благодарен руководству как УВД, так и нашего отдела внутренних дел за то, что обратили внимание, но хотелось бы подчеркнуть, что это не индивидуальная награда, а заслуга всего коллектива, как госавтоинспекции, в которой прохожу службу, так и всего отдела внутренних дел.